вышло. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Выходит из биоробота, становится рядом. Если в его биороботе находятся чужеродные голограммы, копии, подключки, все это сейчас выходит. Сила моего намерения становится рядом с тонкой копией. Голограмма есть у него очень тонкая, но есть. Хорошо, отлично. Берем голограмму в сетку. Защищаем его биоробот защитным потоком чистых энергий Абсолюта. Берем Павла в защитный скафандр на время работы вместе с тонкой копией Павла. Поднимаемся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. На месте. Отлично, мы приветствуем Павла. Интересуемся, готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. И отправляем голограмму в клетку. Это не голограмма, его защита какая-то. Она очень тонкая, но я ее вижу. И она как робот. То есть Павел как робот. Павел как робот, хорошо. Она в клетке сейчас, да, Вера? Он дает нам согласие на работу? Дает. Хорошо, и я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой, под ногами. Начинает сканировать все 7 тонких тел Павла. Находит все. Можно я скажу про эту копию, потому что она меня отвлекает. Не понял. Я скажу тебе сейчас про эту копию. Она меня отвлекает, потому что сканер пока пусть работает. В общем, эта копия – это его защита, которую он себе выставил сам. Да. Я не знаю, что с ней делать. Она тебе мешает? Нет, она просто в клетке. Она пусть... к нему как энергетически он с ней связан. Она очень тонкая такая, но он себе это его защита. Он себе выставил сам защиту. Давай посмотрим, сколько у нас каналов, сколько у нас интерферентов, и тогда мы определим уже, насколько эта защита была эффективна. Сканер работает, находит все. Каналы выстраиваются, все интерференты становятся, проявляются в клетке. А у него, значит, арахноид. Арахноид. Синий дракон. Синий дракон. Еще 2-3 отсутствуют. Знаешь, то есть у него были нижние, но они ушли, так как он начал поднимать себе вибрации. Ушли они недалеко, то есть они перешли на кого-то, чтобы он знал. Хорошо, хорошая информация. Суккуб и бес у него были, вот их нету, но у него космический пол, он арахноид. Синий дракон, и кто еще? Дракон, и у него... Не могу понять, кто. Он мимикрирует или что? Проявись сущность. Пожалеешь. Гуманоид это? И гуманоид у нас находится здесь в клетке, да? Гуманоид, да. Снимаются все маски и голограммы. Все предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Да, гуманоид. Хорошо, сейчас я вот сюда запишу гуманоид. Значит, у нас 3 канала получается, да? У нас 3 канала, но он вот с этой оркой, я бы сказала, защитой, он энергетически связан с ней. Она какая-то эгрегориальная. Я обращаюсь к Павлу. Павел, что это за защита? Вы о ней знаете? Он говорит, что он наращивал ее. Хорошо, я обращаюсь тогда к синему дракону. Считай цифры над головой дракона. 840. Одна голова? У него 2 головы. 2 головы. Как долго сидел? Нижняя 325. 320. Сидит он 2 года. 2 года. Скажи мне, дракон синий, а почему вот эта защита не действовала на вас? Что-то говорит там... Ну, в общем, они раньше зашли, чем он начал выставлять себе защиты какие-то. И он говорит, посмотри на нее. Даже как вода нырнул и вышел. Ну, в принципе, для вас это вообще никакая не преграда, судя по тому, как она тонкая. И как вы, что вы можете прожигать своим пламенем. Я понимаю, тебе зайти было туда легко. Скажи, а когда ушли низковибрационные? Когда там бес ушел с инкубом или кто там сидел? С суккубом. 6 месяцев. 6-8.
Понятно, хорошо. Я объявляю всем программу присутствующим. Мы здесь находимся по волеизлиянию Павла. Сейчас происходит чистка от интерферента. Мы законно здесь, вы здесь незаконно. Сейчас начнется реверс энергии. Мы начнем возвращать вам всю темную энергию, которую вы ему дали. И после этого заберем все светлые энергии по праву, энергии Павла. После этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что наставил в этом биополе. И после этого я проведу проверку. Кто пройдет проверку, тот уходит на свою чистоту. Кто что-то оставит или не будет со мной работать, не будет отвечать на мои вопросы или блокировать энергии, тот будет наказан. Всем понятно? Да, понятно всем. Хорошо. И переходим к процедуре реверса энергии. И я даю команду тонкой копии Павла спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Павлу. Энергии страха, энергии неуверенности, энергии болезни. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Кому идет больше всех, Вера? Рахнает. Обращаясь к арахноиду, арахноид, как долго ты находился в его биополе? 8 что? Да, 8 лет. 8 лет. Хорошо, 8 лет. Хорошо, так, и у нас там еще гуманоид стоит, снимает все маски и голограммы. Гуманоид представлен в первозданном виде и выстраивает гуманоида канал к другим ответственным, если он еще с кем-то связан. 1, 2, 3. И притягивает всех остальных ответственных в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так и есть. 1. 1. Так, гуманоид, откуда ты? Орион. Ой, я тебя прошу. Может, все-таки ты начнешь мне говорить правду, а? Не надо мне называть созвездие Орион. Может, ты все-таки скажешь, что ты Сириус, а? Он так понял вопрос. Он Сириус. Ты Сириус, и ты ловец душ, да? В этом случае энергии сосал. Как долго ты находился в его биополе? Вернее, откачивал. В этом случае. Как долго ты находился в его биополе, откачивальщик? 3 месяца. 3 месяца. Какая была твоя конечная цель? Я присматривался. А почему ты вообще зашел к человеку? Чем он тебе интересен? Мне интересно. Только энергии? Или пока особые? Да. Не зная степень твоей тяжести, что ты там сделал за эти 3 месяца, не мне это устанавливать, но мне придется это проверить. Хорошо, реверс идет, Вера? Идет. Хорошо, усиливаются потоки, идет полное отторжение всего. Готово. Хорошо, так, я устанавливаю сейчас фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Павел забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли. До последнего микрона возвращает Павел себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Усиливаем потоки в 50 раз. Все назад. Вот это арахноид, да, от него как такая человеческая энергия идет. Арахноид, ворующий человеческую энергию. Арахноид, может, ты опасный какой-то? Может, мне тебя уничтожить, а? Почему ты воруешь? Здоровье он у него забирал. Почему ты здоровье у него забирал, энергии? Чем тебе было мало чакры взять? Развивался этим. В смысле, как рос он от них. Ой, паразит. Как витаминные энергии для его тела в матрице Земли. Ты знаешь, арахноид, мы много видели арахноидов, но видели мало тех, кто ворует энергию жизни, жизненную энергию. Но кроме нее он и другие энергии воровал. Но это самое важное. Готово. Не знаю, Рахноид, для меня это ты убивал человека. Ты ему не оставлял шансов. Если ты уже переключился на энергию жизни, то ты просто опасный паразит. И, возможно, тебя надо уничтожить. Потому что тебе мало было. Тебе витамины захотелось, да? А я тебе сейчас покажу такой витамин, и перед его клеткой открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Но он отползает и говорит, что не делал это постоянно. Закрываю портал. Я вижу по потоку, сколько ты это делал. Идет еще энергия, Вера? Закончился реверс. Так, хорошо, все.
Я даю команду сейчас арахноиду выйти, вытащить все, что я наставил, всю паутину, всю жидкость отсосать, чтобы ничего не было. После этого буду и доложить о готовности к проверке. Если что-то оставит, он никуда не уйдет. Угу. В общем, он на голове сидит, и вот эти лапы мохнатые. Ну, ты их видела на фотографии, да? Он их, да, он их прокручивает в нос, в горло. Ох же шарахнует. То есть в какой-то момент ему наступает неуютно, и он начинает крутить вот этими лапами, чтобы подсосаться человеческой энергией. Понятно, и человеку становится плохо, он выделяет определенные энергии, и этот паразит и ей питается. И это на протяжении последних 8 лет. Нет, сперва он сосал просто энергии. А потом обнаглел и начал сосать. Потом начал, а потом он понял, что ему в какой-то момент неуютно. А какой осознанности может идти? Я не понимаю, Рахно, ты что, воспринимаешь человечество, в принципе, как кормушку какую-то такую, да? Приходи, бери, что хочешь, ешь, что хочешь. И за это тебе ничего не будет? Ну, а почему так думаешь? Объясни мне, в чем причина такого умозаключения? Потому что это веками продолжается с людьми и планетой. Что именно продолжается? То, что вы можете приходить и... Отсос ресурсов. Есть на него разрешение? Какого-нибудь межгалактического совета? Высших сил? Правительств? Да. Да. Но мы не совсем согласны с решением этих правительств, понимаешь? Которые есть. Давно это разрешение существует? Или оно всегда было? Не было всегда. Сперва боролись за это. Вы потом боролись. Нашли способ. Жители планеты Земля потом нашли способ подкупать. Нашли то, чем вам, то, что стало важней ваших энергий. В свою защиту я могу только сказать то, что помимо решения правительства у каждого из вас есть своя воля. Она никак не влияет на интерференцию личную. То есть решение правительства никак не влияет на решение воли человека. У меня следующий вопрос. Вот это разрешение. Ты говоришь о правительстве каких планет? Земля или других планет? Или ваших планет? Я говорю о правительстве планеты Земля с представителями космоса. Понятно. Хорошо, и последний вопрос у меня тебе тогда. Скажи, как долго существует эта договоренность? Меня точная цифра не нужна, мне приблизительно хотя бы назови, сколько я это... Я не могу сказать, потому что договоренность существовала в разной степени. Но это больше 50 лет, больше 100 лет, больше 1000 лет. Сколько приблизительно? Чтобы я осознал объем этого всего. Если ты мне скажешь... Рождение ваших религий. С рождения наших религий. А религии наши рождались 1000 лет назад. То есть это еще с тех времен получается, да? Я могу лишь сказать, что так объемно и глобально в рамках Земли это происходит последние 150 лет. Я еще давно не встречал такого начитанного и интеллигентного арахноида. Мне интересно. Откуда у тебя все эти это знания? Это известные знания. Известные знания, понятно, да. Самые простые. Хорошо, Рахноид, но ты видишь, человечество сейчас начинает просыпаться, осознанность поднимается, безусловно, не у всех. Я понимаю это вам. Я это рассказываю лишь потому, что хочу сгладить свою вину. Хорошо, хорошо. За жизненную энергию это, в принципе, ценная информация, зачет тебе. Хорошо, Вера, так, он убрал все, да? Брал. Хорошо, я обращаюсь к синему дракону. Дракон, выходи, вытаскивай все свои платы, все подключки, все провода. Возвращайся в клетку и докладывай. Готов, вытащил он. Хорошо. Синего тонкого тела плату. Окей, проводки, я даю. Хорошо. И я даю команду на счет 3, включая Павлу внутренний белый свет. И мы начинаем выдаливать все, что находится в его биополе. На чистоте гуманоида 1, 2, 3, все его подключки, импланты, все чужеродное, что он находит. И останавливается автоматически, когда 100%. Диск. Диск вышел, да? Диск-накопитель.
Получается, что гуманоид не сидел, что ли, в нем постоянно, он установил диск, накопитель энергии. Потому он так долго и не мог притянуться. Отправляем диск в отдельную клетку. 1, 2, 3. Хорошо. Так, все забрали. Сейчас я даю команду на рассинхронизацию энергии Павла с энергией арахноида, синего дракона и гуманоида. На счет 3. 1, 2, 3. Начинается рассинхронизация. До числового значения 100%. Пошла рассинхронизация. Готово. Хорошо. Подхожу к Павлу, кладу руки на плечи. И высоковибрационным импульсом, сжигая, помогая сжечь ему все каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Открывается портал в галактическое ядро. И улетают все каналы в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Так, мы здесь закончили. Арахноид и синий дракон. Арахноид и синий дракон, вы больше в это тело не приходите. Найдите себе новое место обитания. Если Павел обратится еще раз к нам, я через 10 минут вытащу вас, и вы будете сидеть в клетке тюрьме, и вы уже потом назад не уйдете, а уйдете только в галактическое ядро. Если вы этого не хотите, пожалуйста, найдите себе новое место обитания, и все будет нормально. Все понятно? Понятно. Гуманоид просит его отпустить тоже. Я не могу пока установить твою степень вины, мне придется сделать запрос. И я открываю сейчас портал против часовой стрелки наверху на частоте арахноида. 1, 2, 3. И арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Забывает дорогу назад, закрывая, печатаю, растворяю. Много у него было на самом деле, и паутина, и мелкие вот эти части с его лап ушел. Павел почувствует в буквальном смысле, как у него голова просветлится сейчас после этого ухода арахноида. У него самого было 15 лет такая мигрень, и когда это вытащило этого паразита, с тех пор у меня уже несколько лет голова не болит. Все хорошо, синий дракон. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты серьезно эту ситуацию осознал и больше не придешь в это биополе. Слово синего дракона. Хорошо, открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте синего дракона. И синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Ты знаешь, гуманоид, я слишком много встречался с вами и воевал немало. И охота была, и душу мою раз 7 пытались украсть. И все, кто это делал, они все уходили в одно такое место, откуда они не сразу возвращаются назад. Я не знаю степень твоей вины. Я должен запросить свое руководство и спросить, могу ли я тебя отпустить, или они тебя заберут. Только так. Потому что ты из всех был самый и есть самый опасный. Я делаю запрос в энергоинформационном поле и прошу Ли выйти со мной на связь. Ли. Ли на связи. Приветствую, Ли. У нас здесь гуманоид с диском. Он накапливал эти энергии. Я не могу самостоятельно принять решение о степени его вины, поэтому я прошу тебя сказать, что нам всем делать. Отпускать диск мы заберем. Хорошо, отлично. Да, гуманоид, повезло тебе сегодня. Я тебя предупреждаю сразу. Если мы второй раз с тобой встретимся, то это так не закончится. Просто у меня очень хорошая память, поэтому не приходи больше к этому человеку. Тебе все понятно? Понятно, да. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте гуманоида. 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Ждем, пока Ли заберет диск. Как дверь такая открылась у нас со стороны клетки. А забирают они диск и говорят, что он мелкий пакостник. Хорошо бы эту шкалу видеть. Мы поняли, что он мелкий пакостник. Вот, и крупные пакостники точно так же не отличаются от него. Они точно так же выглядят. Поэтому я не мог сам самостоятельно понять. Это зависит от его действий, то есть откачка энергии. Да. Это одно, а забор души — это другое. Это другое, это я понимаю. Конечно. Тяжести.
Я это понял. Я просто не знал, есть ли у него сетки еще накинуты или нет, пока мы этого всего не вытащили. А диски я не мог сам идентифицировать, насколько он опасен для него. Мы видели такие диски у других цивилизаций. Но если он мелкий пакостник, то все нормально. Она говорит, что разработки не уничтожаются, они забрали все. Хорошо, Ли, благодарю тебя. Всего доброго. И она говорит еще, что я вижу вот эту защиту. Да, объяснит. Можешь связанную объяснить? С ним энергетически. Она говорит, что верни всю эту энергию ему. Хорошо. Благодарю. Я как раз хотел спросить, что с ней делать. И возвращает энергию, его защиту Павлу назад. Он сейчас чистый. 1, 2, 3. Благодарю. Готово. Отлично. Мы тогда поехали дальше, да, Верочка? Всего доброго, Ли. Она говорит, что благодарю за работу. Мы благодарим тебя, Ли. И благодарю дронов за их работу. Самые умные дроны, которые только есть во Вселенной. Я вообще от них балдею. Накивает просто. Отлично. Всего доброго. Все, поехали дальше. И переходим на чистоту магического воздействия. Если таковое есть или было, оно проявляется. Чисто. Хорошо, мы закончили чистку. Павел, как вы себя чувствуете? Он непривычно себя чувствует. С высокими энергиями этими, да? С высокими, но они какие-то новые для него. Хорошо. Он пытается себя прочувствовать, понять. Хорошо, понимаете, чувствуете эту энергию. А мы пока будем переходить ко второй части. Это вопросы к вашему куратору. И я вот. Приглашаю. Да. Мы как-то ему энергию вернули вот от этой да. Его защиты, так сказать. Да. То есть защита, энергия в него зашла, а какая-то корка, она таким пеплом, что ли, осталась у нас в клетке. Давай сбросим. И открывается под этим пеплом портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, он улетает в галактическое ядро до последнего микрона, вытесняем. Закрывая, печатаю, растворяя, включаем фиолетовые высоковибрационные лучи и вычищаем комнату от остаточных энергий и интерферентов, от всех наночастиц, все уходит за пределы этой комнаты. Защита сейчас стоит на нем, да? Его? Нет, эта энергия зашла в него. А, в него вернулась, да? А там остался пепел. Хорошо, все. Защита, потраченная на эту энергию, потраченная на эту защиту. Вернулась ему назад, да? Да. Отлично. Хорошо. Значит, у него все это есть. Это все его энергии, он ничего не потерял, кроме вот этой корочки. Все. Мы тогда сейчас переходим. Я приглашаю в комнату диагностики куратора или учителя Павла. Куратор или учитель Павла, прошу прийти вас в нашу комнату диагностики. Девушка. У нее на плече такая большая, как ракушка. Из нее бежит вода. Снимаются все маски и голограммы, фантом предстоит в первозданном виде. Мы приветствуем куратора или учителя Павла. Прошу вас представиться, как нам обращаться к вам. Лияна. Лияна. Очень красивое имя. Уважаемая Лияна, вы куратор или учитель? Куратор. Куратор. Хорошо. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня, это стоит ваш подопечный Павел. Мы сегодня производили его чистку, вытащили интерферентов, заправили его энергиями, и он изъявил желание задать 10 вопросов своему куратору. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Ну, она какая-то легкая, веселая. Она смеется с такой легкостью, какой-то плавностью. И да, переходите к вопросам. Отлично, благодарю вас, Лияна. Итак, первый вопрос. Какая у меня душа? Земная, космическая? Если космическая, то с какой планеты, с какой звезды? Не знала, последует ли этот вопрос, и все уже показала. Показала она мне, пока он читал манифест. Значит, посмотри на меня внимательно. Тебе это ничего не напоминает? Ты созвездие Водолей, с одной очень красивой звезды, которую ты сам найдешь.
Вода — это то, что защищает тебя. И как вода ты можешь быть в разных состояниях. Когда тебе нужно, ты можешь укреплять эту воду изнутри себя. Это и будет твоей защитой непробиваемой, а не иллюзионной. Так же, как вода, ты можешь быть очень плавным и очень бурным, менять цвета в любой ситуации, трудно разрешимое для тебя, представляй воду. На какой цвет походит эта ситуация? Со временем это поможет тебе решать все твои проблемы. Вода — это то, что внутри тебя, и то, что помогает и защищает каждую секунду. Благодарю вас. Вы закончили? Да. Лиана, а планету вы не назовете? Вы хотите, чтобы он сам вспомнил, да? Я сказала звезда, он сам найдет. Звезда, ее. Отлично. Он и написал слово звезда, меня это удивило, а не планету. Хорошо, значит, он уже должен быть в курсе. Второй вопрос. Сколько кармических узлов мною пройдено и сколько еще осталось? Пройдено 3. 2 будет точно. 3 будет зависеть от прохождения следующих 2. Понятно. Какое количество темной энергии он уже набрал? 25. Хорошо. Следующий вопрос. Каким способом мне установить связь с моим куратором? Какая практика, способ лучше всего для этого подходит? Это просто с помощью воды. Сперва ты должен определить свою звезду, а потом отправить туда поток воды. На другом конце буду я. И первый ответ, который он услышит, это будет ответ его куратора. Его важно не анализировать, а принять так, как он есть. Моя ракушка подскажет мне, что ты зовешь. Отлично. Благодарю. Но у него нет такой ракушки красивой, как у вас, уважаемая Лиана, поэтому я для него это сказал. Чтобы вот его не сбивало, он должен принять первую информацию, которую получил при связи с куратором. Мы уже с многими кураторами встречались в этой комнате, и поэтому этот вопрос очень часто задавался. И не анализировать, это самое важное, потому что человек начинает сомневаться, искать другие вопросы, поэтому я это сказал. Благодарю вас. Если ракушка вы... появится, когда душа будет готова. У него? У него. А, вот как. Отлично. Вот это хороший ответ. Благодарю вас, Лиана. Я перехожу к следующему вопросу. Подожди. Пожалуйста. Я скажу по-другому. Да. Когда разовьется его интуиция, и он будет чувствовать, слышать и понимать, вот это можно и назвать ракушкой. Хорошо, это более абстрактная такая форма, вы ее назвали ракушкой, то есть это более как мыслеформа, правильно я понимаю? Он смеется и говорит, не будет же он ходить, как и я, с ракушкой. Лиана, благодарю вас, у вас замечательное чувство юмора. Я перехожу тогда к следующему вопросу, если вы, конечно, закончили здесь. Его ракушка – это его интуиция. Конечно, я это понял, это было сказано аллегорически. Хорошо, на какое свое качество мне нужно уделить особое внимание и что нужно проработать здесь? Усердчивость и поиск. Никогда не сдавайся в поиске и не соглашайся с чем-то одним. Бери разные версии, а потом слушай свою ракушку. Сравнивай, анализируй, слушай свое сердце и ракушку. Благодарю вас. Очень хороший и понятный ответ. Хорошо. Какие способности мне лучше пробовать развивать и каким образом мне это делать? Ну, будет прекрасно начать со связи со мной, укрепить, и все придет постепенно. Отлично. Благодарю вас. Шестой вопрос. Те практики, которые я выполняю, закачка энергии, энергиями, установка защиты, лечение энергиями. Работают ли эти практики или мне нужно что-то менять в них или в себе? Менять в себе всегда нужно. Стремиться к лучшему, чистому. Практики работают. Ты поднял свои вибрации. Нижние убежали, верхние укрепились. Я про интерферентов. Я-то понятно. Я как раз хотел спросить, как это тогда объяснить насчет этих интерферентов троих, которые сидели. То есть к ним нужен другой подход. К ним нужен другой подход, абсолютно верно. Но развитие идет. Да. И это прекрасно. Придет время, он получит ответ. Вопрос, получается ли у меня, не будет стоять. Ты его почувствуешь. А каким способом ему выставлять? Подожди, она...
А еще продолжает, как-то пожалуйста. Показывает. То есть начинается с ног, он убрал нижних. Если все правильно будет делать, то есть ну, защиту окна, как, то есть вода бывает лед, правильно, и защиту, которую он выставляет, да. Она может быть изо льда, но будет идти изнутри. Любая защита изнутри идет. То, что он сейчас сделал, это он сделал какую-то корку, да, из своих энергий. Она в пепел превратилась, не только что. Мы вернули ему эти энергии назад, а сама защита была довольно хрупкая и тонкая. Я сначала, честно говоря, подумал, что это у дракона, потому что они любят такие мнимые голограммы делать, но это оказалось его, но она была очень тонким. То же самое на это указал и дракон, сказал, посмотри, она ж тонкая. То есть здесь ему нужно дать какой-то совет. Самая прекрасная защита – это твое родное, то, что в тебе с рождения. Тебе эта вода. Расширяй, укрепляй, представляй цвета. Если ты задумаешься, у воды очень много состояний, цветов, эмоций. И это один из пяти элементов. Ты подстроишься. И это один из пяти самых сильных элементов на Земле. Силу воды. Вода камень точит. У нас есть такая пословица. Капелька за капелькой, у нее очень большая сила. У нас никогда еще не было представителей созвездия Водолея. Нам очень приятно. У нас было, в принципе, со всей галактики прилетали к нам. Цивилизации, учителя приходили, первородные души были, которые уже 300 тысяч лет не живут на Земле. И архангелы к нам приходят, и учителя из очень высоких уровней. Но представителей созвездия Водолея мы первый раз в своей жизни видим. Нам очень приятно с вами сегодня общаться. Я это хотел сказать, уважаемая Лиана. Благодарю. Я тогда продолжаю дальше. Хорошо, насчет защиты мы вопрос решили. Следующий вопрос. Могу ли я подключаться к информационным каналам, потокам для решения и анализа ежедневных задач и проблем? Если да, как это мне можно сделать? По-моему, я ответила на этот вопрос. Абсолютно. Каналы могут быть лишними. Все, что тебе нужно, научиться связываться со мной. Постепенно ты поймешь, где правильный канал, а где ложный. Прочитай еще раз вопрос. Могу ли я подключаться к информационным каналам, запятая потокам, для решения и анализа ежедневных задач и проблем? Как мне это можно сделать? Потоком и волнам. Он только потоком слово написал, каналом потоком. А я добавлю волнам. Волны. Он не знал, что он созвездие Водолей. А волны важны в нашем случае. Я уверена, когда ты будешь анализировать, ты поймешь, насколько сильна вода. Слушай свою ракушку. Лиана, у меня еще тогда один вопрос следующего плана. У нас на Земле очень много ложных информационных каналов. Очень много цивилизаций космических и темных цивилизаций нижних, которые заинтересованы в искажении любой информации. Любой мусор засоряет телевизор. Это самое страшное, что можно представить вообще человеку для его развития. И он в каждой семье находится. И 24 часа в сутки идет пропаганда насилия, лживые каналы, лживая информация, лживые умозаключения. И тут, соответственно, мы встречаемся со следующей проблемой, как называется, засорение информационно-энергетических каналов. Я бы хотел попросить вас указать на важность того, как правильно и важно отбирать информацию, отсеивать ее, ложную от неправильной, потому что можно, соответственно, совсем другой эффект получить. Если человек задал вопрос, я исхожу из этого вопроса, он хочет подключаться к информационным каналам. Ну, я полагаю, он хочет не к земным каналам подключаться, а, скорее всего, к космическим каналам, потому что к земным это было бы просто фатально для него. И мой вопрос тогда такого плана, как ему находить правильные эти информационные каналы? Что ему подскажет в выборе, чтобы он не ошибился и не вступил в какую-нибудь ловушку? Мой вопрос. Я вижу, вы не понимаете. Я простроил цепочку с самого начала. Пожалуйста. Ему нужно начать со связи со мной, простраивая поток воды, визуализировать поток из ракушки, соединить его с моей, чтобы я услышала. Понятно. Если этот канал наладится, и он прочувствует поток воды, он будет отличать все следующие ситуации и каналы. Соединение
соединение, и да. Канал. Конечно. Про волны это была шутка. Это касается воды. У нас говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Поэтому это можно тоже называть волнами. Это не будет искажением этой тематики. Благодарю вас, уважаемая Лиана. Я перехожу к вопросу, как мне научиться исцелять свои болезни? Учиться. Чему-то конкретному? Исцелять значит быть целым, а ты не целый. Целость непробиваема. Я отлично понимаю, о чем вы говорите сейчас насчет непробиваемости и так далее. Да, это один из факторов, да, конечно. Я поясню, целостность непробиваемая для жизни на Земле. Если, конечно, специально не кто-то не займется и не будет уничтожать намеренно. У вас же на Земле интерференты вселяются из вольных людей или не помнящих, не умеющих управлять своей силой. Исцеление — это когда ты целый. Пока ты в поиске, всегда будут какие-то учителя. Мелкие хулиганы, учителя, пытающиеся подпитаться твоими энергиями. Абсолютно верно. Я могу вам песню спеть про эту тему. У нас поэтому каждый... у тебя есть твоя душа, сердце, интуиция. Вкладывая все это, ты поймешь, где правда, где ложь. Благодарю вас. У меня остается самый последний вопрос. Какой совет, напутствие даст мне мой куратор? Я пыталась сказать и преподнести вам здесь все в легкой форме. Но говорила очень много всего. Все, что вы говорили, относится к одним из самых интересных вообще информаций, которые мы здесь получали. Во-первых, вы очень красиво умеете изъяснять свои мысли, уважаемая Лиана. Я вам должен отметить, очень многим кураторам и учителям не хватает земных аллегорий, сравнений и слов, и я им постоянно помогаю. А тут я без работы остался. Вы все великолепно владеете нашим менталитетом, нашим языком. И все, что вы сказали, у меня вообще ни одного вопроса нет, это очень редко. Я бы хотела показать, как работает поток. Покажите, пожалуйста. Можете называть это водой, можете называть это информацией, ответом, как угодно. Но из моей ракушки выходит поток, который идет к Павлу. В лоб заходит. В лоб заходит, отлично. Пока это как толчок. Как синхронизация, такое легкое освежение энергии, как ангел называет обмен энергиями. Можно и так сказать. И проложен. Еще они называют активацией, у кого как, в зависимости от уровня активация осознанности. Уже случилось. Да, он уже здесь. Все понятно. Контакт налажен. Следующий шаг за Павлом. Следующий шаг за Павлом. Для этого мы и пришли на Землю. Благодарю вас, уважаемая Лиана. Простите мое любопытство. Вы не могли бы пару слов хотя бы описать свой мир? Для того, чтобы мы поняли, для общего развития нашего, как выглядит ваш мир. Я понимаю, вы находитесь в другом измерении, в другой плотности наверняка. Но как выглядит ваша флора, фауна? Есть у вас такое? Как вы живете? Если можно, пару слов о своем мире. Я бы сказала, в основном наша жизнь так же, как и у других. Несколько измерений в зависимости от развития. У каждого свой уровень и задачи. Обязательно у всех душ с водолея есть свои кураторы. Большинство из наших, назовем их водолейцев, продвинутые души. Я не хотела это говорить, но Павел может развиться до такой степени, что ему будут неинтересны люди вокруг, которыми он общается сейчас. Разве это плохо? Я поменял, все мы меняем свои окружения, взгляды в зависимости от нашего развития. Интересы меняются, оценки меняются, тех же ситуаций на радикально противоположные. Человек получает свой опыт земной, получает по голове, как у нас говорят, понимает, не надо туда идти, это плохо. Для этого плохо мы... то, да? Что тебя не понимают близкие люди. Все остальное прекрасно. Появляются другие люди.
Вот. Если одна дверь закрывается, открывается новая дверь. Если мы меняем наши вибрации, мы притягиваем. Это не лазейка. Это да. Уровень развития. Понял. Хорошо. А природа есть на вашей планете, как у нас? Или похожая? Или то, что мы природой называем? Деревья, животные, вода. Растут ли у вас цветы, ягоды, как на Земле? У нас есть определенные места, где мы можем воображать все это и чувствовать. Благодарю вас. Я видел так. Примерно подводный мир. Прекрасными водорослями, цветами и кораллами. Я почему спрашиваю, уважаемая Лияна, у нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Здесь были уже сотни кураторов и учителей. И мы всегда всем делаем подарки. Если вам хотелось бы увидеть что-то с Земли, любую мыслеформу, например, лес, океан, подводный мир, что угодно, что на Земле, что мы знаем, я могу это для вас материализовать. Я хотел спросить у вас, чтобы вам было приятно увидеть и что бы вы хотели забрать с собой на добрые воспоминания о нашей сегодняшней встрече. Птиц на высоких ногах. Фламинго, цапли. Фламинго, цапли. Верочка, ты знаешь, что фламинго, они же розовые, да? Угу. Да. И вот давай в их оригинальном местообитании, где их там тысячи стоят. 1, 2, 3. Пошло вот этот климат, пошел теплый климат. Птицы поют. Этот там очень громко, когда там, где фламинго живут. Это прекрасно. Замечательно. Ветер свежий, птицы, другие еще летают. Давай, все птицы, которые там есть. Насекомые, бабочки, шмели, пчелы. Прекрасные картины. А не могли бы вы сменить это? На что? На противоположный климат. Зимний? И очень холодный. А там не живут фламинго? Я могу вам сделать Арктику и Антарктику, но там эти птицы не живут. Там есть другие животные, которые живут. Пингвины, например. Да. Пингвины и киты там живут. Очень себя. Медведи. Вот это вы хотите увидеть все? Пингвины. Пингвины. Отлично, Верочка. И давай тогда сделаем Северный полюс. 1, 2, 3. И там бегут пингвины. Целая колония пингвинов, 1, 2, 3, всех размеров. Как они там на животе спускаются с горки, покажи. Ветер идет, снег идет, солнышко светит. Я не уверена, что они на северном живут. А на северном сказал, давай сделаем Арктика, Антарктику, да? 1, 2, 3, и мы в Антарктике, там, где пингвины живут. Вера, я не каждый день с пингвинами общаюсь. Прекрасный. Серая холодная вода. Да, да, там очень холодно, и там, по-моему, самый чистый воздух вообще на Земле, который у нас есть. Потому что нет людей. Я хочу подарить Павлу эти две противоположности. Замечательно. Я не забывала, что вода бывает разная. Куратор остается куратором, всегда дает урок своему подопечному. Мы это прекрасно знаем, мы уже такое получали. Пожалуйста, Павел, примите эти два подарка. Пусть они в вашей памяти останутся вместе с той информацией. А в твоих руках, Верочка, появляется корзинка с самыми вкусными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Это единственный экологически чистый продукт, который у нас остался, уважаемая Лияна. Все цивилизации, все кураторы, кроме первородных душ, потому что они этого не знают, принимают с благодарностью это, им это все очень нравится. Я прошу вас принять от нас этот скромный подарок. Прекрасный подарок. Чем-то вас удивили, и то хорошо. Мы тогда будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю вас за вашу помощь. Вы сегодня очень большой вклад внесли в его развитие Павла. Мы сами заинтересованы, чтобы те люди, которые к нам приходят, они продвигались дальше. Они должны понимать, что нет конца этому пути. Это все для того, его пользы для развития. Надо продвигаться. И все это вы сегодня своими примерами, ответами на эти вопросы показали. Примите за это нашу сердечную искреннюю благодарность за это. От меня, от Веры и от Павла. Благодарю вас. С удовольствием принимаю
Благодарю вас за вас, за ваш неожиданный, приятный, удивительный подарок. Отлично. Теперь у нас есть друг в созвездии Водолея. Всего доброго, уважаемая Лиана. Или я говорю, до скорых встреч. Кто знает, может быть, мы еще встретимся. Всего доброго вам. Наилучшие пожелания в вашем мире. Мы прощаемся с вами. Прощайте. Рассинхронизируйся, Верочка. Ну, Лиана ушла, а Павел говорит, что ему нужно много анализировать эти две эмоции с бирюзовой водой фламинго и серой холодной водой пингвинами. Остались они здесь, две мыслеформы перед ними. Хорошо. Те, которые он забирает их или он понял? Ему не надо они? Он понял, они не нужны. Хорошо. Значит, три убираем их. Один, два, три они уходят. Закрываем. Портал, все. Хорошо, Верочка. Павел, вы довольны сегодняшней встречей? Вы получили ответы на все свои вопросы? Он говорит, что он не ожидал такого, и ему много анализировать надо, но он чувствует силу в себе. Замечательно. Вот это и должно быть. У вас, вы сейчас чисты, у вас нет никаких интерферентов. Перед вами открыт путь к вашему куратору. Работайте, поднимайте свои вибрации, дарите свет, дарите любовь, и все будет хорошо в вашей жизни. Будем возвращать вас сейчас, ваш биоробот. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Павла в систему биоробот душа заводим. Подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем и гармонизируем тонкие тела с физическим биороботом. Готово. Отлично. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я на месте.